И всем снова доброе утречко, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Сегодня у нас на обзоре будет следующая моделька от фирмы 361 Degrees, друзья. Это новый бренд, пришел под замену Skechers. Skechers, как вы знаете, ушел из России. Ну, кто не знает, теперь знает. Skechers в магазине Sportmaster больше продаваться не будет. Продаются остатки. Вот. Также ушла Columbia, если не ошибаюсь. Одежда Columbia тоже не будет в Sportmaster. Ну, по крайней мере, в нашем магазине. Остатки будут продавать. Вот, ну давайте по поводу этой модельки, друзья. Моделька из серии MS Retro. Вот. Именно вот Retro Culture, да, называется. Артикул можете видеть на экранах. К нам пришла. Стоят они 7000 рублей, друзья. Выполнены они 70% синтетической кожи, 25% текстиля и 5% натуральной кожи. Подкладка здесь 100% текстиль. Давайте их рассмотрим, друзья. Это узнаваемый силуэт монструозных кроссовок. Довольно-таки широкая модель, что хочу сказать. Очень напоминает мне модельки от Fila. То есть такого же плана были. Но здесь довольно-таки плавные линии используются в этой модели. Плавные простроченные швы. И довольно-таки выгодная расцветка. Трехцветная. Бело-синяя. Бело-синяя-черная. То есть немножко беже, да. Получается, натуральная кожа у нас есть по бокам, вот эта часть. Вот это вот уже искусственная кожа, это тоже искусственная. Подкладка здесь текстильная. Вот, данная модель для повседневной носки. Также, друзья, используется слоган. Вот он тут, 361 degrees. One degree beyond. 361 lifestyle. Данная модель имеет довольно-таки высокую промежуточную подошву, которая выполнена единым монолитом с подметкой. Подметка, как видите, износостойкая здесь отсутствует. Единственное, что в пяточной области, да, в пяточной области используется такая часть вот из износостойкой резины, именно в пятке. Перед же тут выполнен тоже из пены, пены Ева средней жесткости, а на пятке есть вот такой вот синий слой износостойкой резины. То есть это, друзья, отдельная резина. Она довольно-таки мягкая, то есть, в принципе, хорошо будет цепляться с поверхностью, да. А здесь обычная ВКУ пена. Ну, не знаю, с чем связано это решение. Скорее всего, может быть, хотели облегчить общий вес кроссовка. Но по поводу веса они средние. Я не скажу, что они прям такие очень-очень легкие. Именно средние по весу. Довольно-таки выгодный дизайн. Давайте посмотрим стильку. Стилька 361 Sport Life. Да, выполнена из пеноматериала с добавлением активированного угля, что препятствует размножению бактерий внутри обуви. Это плюс. Также подкладка текстильная, нога у вас впредь не будет. Это, конечно, тоже плюс. Язык у нас тоже текстильный полностью. Тоже имеется маркировка One Degree Beyond. Это их не слоган, я так понял. Вот, и что-то на китайском. Ну, сейчас, друзья, вектор смещается в сторону Китая, вообще экономический, мировой вектор, да, соответственно, Россия будет вплотную сотрудничать с Китаем. Я думаю, модельки новые будут приходить. Как только они придут, я обязательно вам отсниму. Пока что вот пришла эта новая моделька. Кстати, кому интересно, друзья, у меня на канале есть еще обзоры от этого бренда моделей, да, вот, так что можете посмотреть, вот, и оценить. Сейчас вот снимаю эту модельку. Да, имеется небольшая система вентиляции в мысочной части. Перфорированное отверстие по бокам чуть-чуть. Сзади, друзья, сзади вентиляция отсутствует. Но, в принципе, это не обязательно. Ну и внешне довольно-таки неплохо смотрится. Шнуровка здесь круглая, текстильная, что хочу заметить. Развязываться, по сути, не должна. Но, опять же, все это в процессе эксплуатации, друзья. Сезон это, ну, осень-весна, опять же, да, от 0 до плюс 15 градусов. Но, может быть, максимум 20, потом у них будет уже жарковато. Потому что все такие модели, они рассчитаны все-таки на более-менее такую прохладную погоду. Но, в принципе, можно носить и летом, почему? Но главное, чтобы не в сильную жару, друзья, иначе просто-напросто спаритесь с них. Ну что, пришло время их померить, посмотреть, как они будут смотреться на ноге. Вот. Заодно расскажу вам о своих ощущениях. Погнали мериться.
Значит, что хочу сказать, друзья. Ну, размер, правда, это не мой, да, я померил. Но они довольно-таки комфортные. По амортизации они средние. Опять же, рассчитаны на широкую колодку. То есть, если у вас вот эта часть широкая, то вам эта моделька зайдет. То есть, можно расшнуровать. Очень хорошее сцепление, по крайней мере, с этим полом. Неплохая модель. Внешне, в принципе, смотрится довольно-таки стильно, что хочу заметить. Дизайн у них классный. Ну, такой футуристичный, я бы так сказал, да. Моделька действительно заслуживает внимания. Если вам понравилось, приходите в магазин Спортмастер, друзья, меряйте, при желании приобретайте. Также вы можете сделать на них скидочку 15% на первый онлайн заказ. Для этого вам нужно просто скачать мобильное приложение Спортмастер вот по этому QR-коду. Отсканируйте, скачайте. Там нужно полностью зарегистрироваться. Получите 500 рублей на следующую покупку и 15% скидку, друзья, на первый онлайн-заказ. Либо курьером доставка бесплатно домой по адресу, либо сделать заявочку на магазин, прийти, померить, после этого уже приобрести их со скидкой. Очень удобное приложение, друзья. Бывают разные промокоды на скидку, их очень много, они постоянно меняются. Также там есть каталог, где вы можете выбрать определенную модель, посмотреть ее характеристики. Также там есть онлайн тренировки, очень-очень много интересного, так что качайте, друзья, не пожалеете. Вот, ну, а на этом буду заканчивать свой небольшой обзорчик. Будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Самое главное, друзья, не забывайте ставить лайки, это очень важно. Все-таки для вас стараюсь, снимаю новые видео, друзья, пытаюсь показать вам новые модельки, которые приходят. Вон. Несмотря на то, что YouTube ограничил монетизацию, друзья, но все-таки надо снимать, друзья. Если хотите поддержать канал рублем за мои старания, ссылочка на донат будет в описании, номер карты Сбербанка тоже в описании. От финансовой помощи, друзья, не откажусь. Поэтому, если у кого-то возникнет желание, так сказать, помочь, пожертвовать, все ссылочки под видео, друзья. А так что смотрите просто видео, ставьте лайки, самое главное – не забывайте подписываться. Вот. И ссылочка на покупку будет в описании, друзья. Обязательно оставлю. Ну, а на этом буду заканчивать, друзья. С вами был Михаил. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. Всем до новых встреч в новых видео и стримах. Всем пока-пока.